Это реально сыкотно. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а именно в прохождение самой страшной хоррор-карты, которая только существует, про Новый год. Да, где нам предстоит найти работу как эльфу и помочь Санте Клаусе. Ну, по-нашему, то есть Деду Морозу. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть следующую часть прохождения этой самой страшной карты, потому что вы увидите то, что она действительно самая страшная, то не поленитесь поставить лайк, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я вам обещаю то, что я сразу же выпущу следующую часть прохождения этой карты. Поэтому не поленись, поставь лайк, мне действительно будет очень приятно. Также не забывай подписаться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Извиняюсь, что запинаюсь, но просто я уже волнуюсь то, что сейчас мне предстоит пару раз так попугаться. Поэтому, ребята, ссылочка есть. Не ссылочка, а даже кнопочка есть вот там в уголку, кнопочка есть под видео с надписью «Подписаться». Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью подписчиков. Я буду очень сильно этому рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, в первую очередь нам нужно прочитать правила, какие у нас тут правила, вот тут у нас сложность. Сложность, ребята, как я понял, сложность — это сколько у тебя будет жизней. Мы идем на изи только для того, чтобы, если мы умрем хотя бы один раз, чтобы просто-напросто заново не перепроходить эту карту. То есть тут сложность не зависит. Сложность одинаковая, просто уменьшается число твоей жизни, да, сколько раз ты сможешь умереть. Тут есть у нас правило, давайте прочитаем. Нужно яркость установить на минимум и также включить эффекты, это все у меня есть, музыка выключена, все, это я уже, ребята, все сделал перед съемкой. Дальше, цель. Нам нужно добраться до дома Санты. Если это будет закрыто, нам нужно будет найти ключи среди подарков. Все очень круто, ребята, мы начинаем. О, дайте-ка я удобненько присяду. Главное не упасть, если я буду пугаться, потому что, ну, хоррор-карты все-таки не каждый день я прохожу. Ну что, ребята, мы... Я уже тише сделал, ребята. Так, хорошо. Дом Санты должен быть где-то рядом. Я очень хочу работать. Как бы это странно ни звучало. Чувак, это реально странно. Кто хочет работать? Как видите, ребята, у нас есть три сердечка. Круто, крутая шапочка. Как видите, у нас есть три сердечка. Это не наша жизнь, то есть сколько раз нас могут ударить. Это сколько раз мы сможем умереть. Поэтому, ребят, дайте-ка я наушники нормально приодену. Это сколько раз мы сможем умереть. Поэтому, ребята... Нужно быть поаккуратнее. Вот это, как я понял, дом Санты, да? А мы эльф, да. Мы эльф, really cool hat. То есть реально крутая шапка, она даже так называется. Ну что, ребята, самая мрачная ночь, которая только когда-либо была. И мне реально уже очень страшно, потому что я не знаю. Я только заметил эту карту, и я не знаю, что нас тут ждет. Я не знаю, где, как, и вообще мы будем пугаться. Ладно, что тут у нас написано? Моя первая... My first little baby. То есть моя первая маленькая малышка. Это походу, ребята, тут кого-то похоронили. Давайте мы валим отсюда. Все. Мне уже стрёмно, ребята, мне уже стрёмно. Опа. Вы видите там какие-то эффекты? Вы видите там какие-то... Ага, значит мы идем туда сейчас. Там у нас есть какие-то... О, еще. Это у нас... Призы. Подарки. Нам вроде говорили то, что добывайте ключи среди подарков. Только мне кажется то, что эти подарки не работают, а вот только эти подарки работают. Видите, где они светятся? Во. Я поднял. И, наверное, да, действительно, ребят, только вот эти подарки работают. Давайте прочитаем, что у нас тут пишет. Где Санта? Его сани сломаны. И мы уже давным-давно никого не видели. Этот высокий дом должен быть его. Ну, мне тоже так кажется. Что это за ключ? Это Devil's Key. Devil's, то есть... Я правильно понял, ребята. Devil's, то есть... Сатаны нафиг. Storage case, то есть... ключ от хранилища, можно и так сказать. Вот, у нас есть следующее. О, боже, что случилось... С этими оленями. Они все умерли. Мы застряли здесь без батареи, без припасов еды. Ух ты нафиг.
Давайте посмотрим, что у нас тут. Никто не выскакивайте, пожалуйста, я не хочу. Твою мать! А-а-а! Бедные олени, смотрите, ему хотели... Офигеть, ему хотели башку отрезать. Опа. Мне уже страшновато. Бедные, мать его, олени. Что с ними сделали? И кто с ними это сделал, что самое главное? И, мне кажется, никто не хочет. Никто не хочет знать ответа. Ребята, сыкотно, сыкотно. Если вы такие, просто скачайте эту карту и сами попробуйте ее пройти. Мне... Что за хрен? Это что за... Вали, мать! Твою мать! Кто это? Я через окно его могу увидеть? Да, ребят, смотри, кто это такой? Это Санта? Мертвый Санта? Как оно меня словило? Ага, ребят, смотрите, у нас две жизни сейчас. У нас две жизни, то есть одну мы уже прокакали. Ясно, понятно. Ага, я понял. То есть, ребят, как видите, я первый раз играю, я еще сам... Need help? Да я не знаю. А... Опа, это походу показывает, где мы последний раз умерли. Как видите, я понял, ребят. Я понял. Твою мать! Иди ты вон, Санта, не знаю, кто ты. Ребята, как вы видите... Это что за хрень? Кто, что за мертвые трупаки? Как видите, мы не должны на него смотреть. Хоть он будет за километр от нас, мы не должны на него смотреть. Я по... Да иди ты нахрен. Он был там, я на него посмотрел, и он нас словил. Я понял, ребят. То есть мы... Ага. Охренеть, это страшная реально жопа карта. Твою! Ну, самый тупой закон всех хоррор-фильмов. Если вы увидели какие-то паранормальные яви, вот эту активность или что-то еще, будем идти туда, где это случилось. Это прям закон всех хоррор-фильмов. Мы можем поспать. Это было написано в правилах. Нет, это без разницы. Мы просто немного кимарнули. Перевели дух, можно и так сказать. О, крутой выход на крышу. Вот это дом Санты, как я понял. Да, это дом Санты. Валим отсюда. Хотя, в принципе, почему мы должны отсюда валить? Это, наверное, самое безопасное место со всех, которые мы только встретили. Поэтому я не вижу смысла отсюда валить. Но все же, ребята, нам нужно дальше проходить карту. Чё-то я очкую, ребят. Чё-то я очкую выходить за эти ступеньки. Чепути-мути! Валим от этого, Санты! Трупаки везде, трупаки! Валим, ребята. Нам нужно найти какой-то, я не знаю, следующий дом, где мы можем что-то найти, какие-то ключ, какие-то записи. Вот это дом Санты, как я понял, да? Сзади нас кто-то есть? Он, походу, отстал. А вот это дом Санты. А мы можем сюда зайти? Заперто. Я должен найти ключ, который находится где-то рядом тут. Может в... А, может в подарках, как я уже сказал. Опа. Афиг, как он меня бесит, этот Санта. Это мертвый Санта-Клаус нафиг, ребята. Сыкотно, сыкотно, никто не горит, ребята. Может, вы не так пугаетесь, но это реально сыкотно. Это реально сыкотно. Паскудина, ты зар... Ладно. Мне, походу, трусишки постирать нужно. Это что, херобрин мертвый нафиг? Кто это вообще? Что это за... А что там внизу находится? Я слышу эту заразу Санту. Я слышу его. Он где-то рядом. Нужно валить отсюда.
В твою нахрен, вот что-что, но этого я вообще не ожидал. Этого я вообще не ожидал. Вот твой... Опа, это... Чё за хрень? Ребят... Ага, когда у нас вот эта фигня начинается, нам, наверное, валить нужно, чтобы он нас не словил. Так, давайте прочитаем, есть ли у нас тут какие-то новые записи. Это реально странное место. Мы нашли... Мы что-то нашли возле... возле новогодней елки, но это заперто. Может, там будет где-то ключ? Может, там будет какой-то ключ или что-то, что мы сможем найти в доме? А мы вообще можем вот так пробежать? Не лови меня, не лови меня, не лови меня! Фу. Вот когда у нас сердцебиение начинается вот такое реально серьезное, нам 100% нужно валить. Потому что если оно будет очень... Вот, чувак, вот. Вот о чем он говорил. Мы нашли что-то очень странное возле сосновой, ну, вот этой новогодней елки. Но это было заперто. Может, где-то рядом есть какой-то ключ. Ребят, я тоже надеюсь, то, что где-то рядом есть какой-то ключ. Нам реально его нужно найти, а я не представляю, где он. У нас есть уже много ключей. Я не знаю вообще, от чего они. То есть, тут мы уже были. Не прыгай на меня. Не прыгай на меня. Мне интересно, вот это мертвые олени. Тут ничего нету. Возле мертвых оленей ничего нету, я уже это проверял. Нам нужно найти какое-то новое место, где мы что-то сможем найти. Опа. Вот! Что это? Мастерский. Ага, мастерский, ну я не знаю, от чего это. Ладно, что у нас новое? Тому, кто это читает. Твою мать! Так... One last try. То есть последняя попытка. Офигеть. Вот смотри, это очень хреново, потому что я даже не могу читать записки, он меня просто словил. Тому, кто это читает, пожалуйста, помоги нам. Наш ребенок пропал у нас на глазах. Кто-то наблюдает за нами, играет с нами. Ну, у меня тоже есть такое впечатление. Зараза ты, Санта-Клаус. Ребят, мы уже, походу, начинаем ненавидеть этого Санту. О, подарочек. Подарочек. Это что? Капборд Кей. Капборд? Хрен его знает. Иди ты вон, Санта Кла... О, что-то... Ты будешь на нас нападать? Да нет, наверное, и очень круто, что нет, хоть мы тут немного сможем посидеть. Так, что у нас тут есть новое? Что это за звуки? Ключи, спрятанные с подарками. Я не могу больше писать, очень холодно, много криков, дети мертвые. Ребята, мне кажется, все-таки мы сейчас закончим наше прохождение. Прохождение в связи с тем, то что у нас уже заканчивается жизнь, и я немного затупил в связи с тем, то что я читал вот эти записки так на открытом двору с надеждой то, что нас не... с надеждой то, что нас никто не найдет, но все же нас нашли, поэтому, ребята, я не знаю, сможем ли мы закончить эту карту. Мне кажется, все-таки, что нас сейчас один раз убьют, но ладно, не будем загадывать наперед. У нас столько ключей, и ни один не подходит. Ты чё, мать твою? А куда нам вообще тогда нужно идти? Я есть... What the fuck? Санта, мать твою, иди в пень! Он, походу, нас словил. Нажми тут, чтобы поменять сложность. What happened? Well, let's go. Ребят, нас, короче, походу, словили 3 раза. Ладно, все-таки мы уже небольшие такие эксперты в этой игре. Я уже понял, что нужно. Я уже понял, что означают записки, где искать ключи. Только нужно найти, от чего эти ключи. Потому что вы видели то, что у нас было 5 разных ключей, но мы не смогли открыть ни одну дверь. Я, конечно, не пытался открыть дом Санты.
хоть я пытался найти вот ту странную постройку, не найти, а открыть дверь, люк, в ту странную постройку, которую мы нашли возле новогодней елки. Но все же, ребята, если вы хотите продолжение этой страшной карты, потому что она реально страшная, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Ведь как только мы наберем 1200 лайков, я вам обещаю, то, что я сразу же выпущу следующую часть прохождения этой карты, где мы все-таки закончим это, уничтожим этого паршивого Санту. И все-таки, я не знаю, спасем Рождество, или спасем Новый год, или спасем вот этих детей, оленей, которые умерли. Но все же, ребята, 1200 лайков, выходит новая серия. Также не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг, как я всегда это говорю. Я люблю своих подписчиков, поэтому я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Кнопочка есть вот там в уголку, кнопочка есть под видео с надписью «Подписка». В принципе, все вот это знают, поэтому я буду очень сильно рад, если ты на нее нажмешь. Ребята, к сожалению, сегодня мы прощаемся, но встретимся в следующем видео. И когда оно будет, и когда оно выйдет, зависит только от вас. От вас, от лайков, ну и в принципе от вашего желания. Поэтому, ребята, я говорю вам всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.